Привет, дорогой друг! С вами снова я, Светлана Дильман, в новом видеоэпизоде. И что, сегодня хочу вам рассказать о своих последних достижениях. Как вы думаете, как быстро можно основать, открыть тренинг-центр? Интересно, да? Буквально вчера у меня появилось стойкое чувство, убеждение, уверенность. Я осознала, что мне нужно открывать свой тренинг-центр. Представляете? Сколько лет уже я занимаюсь, веду тренинги, курсы, вебинары, и первый раз эта идея пришла ко мне не из серии «А было бы здорово что-то сделать такого рода», да, а из серии «Это надо, я могу, хочу», и весь вопрос в том, чтобы найти этих людей, которые будут со мной в одной команде. Как вы думаете, когда самый лучший момент для действия? Вот наверняка у вас есть какие-то события, какие-то темы, что-то, к чему вы давно готовились, собирались, что вы хотели бы сделать уже давно, но так еще и не сделали. Когда самое лучшее время для действия? Самый лучший момент? Когда? Сейчас. Что бы вы ни задумывали, если вы это хотите, если вы реально это хотите, если вам это близко, дорого, ценно, важно, делайте это сейчас. Потому что потом будет потом. И дело не в том, сколько времени, да, сколько номинально минут, часов, дней вы пропустите, потеряете, а в том, что сейчас есть энергия, и нужно идти за этой энергией, понимаете? И пока вы ощущаете конгруэнтность, пока что-то ощущается правильно, пока вам что-то хочется, это как серфинг, вы на волне, можете проехать далеко. Но если вы упустите момент, что случится? Вы свалитесь с этой волны, она вас накроет и вот так вот вас перекрутит вместе с доской и так далее. Понимаете, нельзя упускать момент. Момент сейчас. Какие изменения в вашей жизни вы уже давно откладываете? Сделайте их сейчас, начните сейчас. Те, которые вы не начали, они уже, скорее всего, прошли, они уже не актуальны. Что сейчас актуально в вашей жизни? Находится ли это в сфере отношений? В сфере бизнеса, карьеры, работы, реализации профессиональной вашей мечты, в сфере здоровья. Возьмите ту область, где сейчас вы нуждаетесь в максимальных изменениях, где изменения реально скажутся не только на этой сфере, но и, как знаете, такие круги разойдутся по всей вашей жизни, даст массовый эффект на всю вашу жизнь. Найдите такую область, которая больший эффект даст на вашу жизнь сейчас, изменения в которой помогут вам в наибольшей степени. И сделайте те шаги, какие хотите. Посмотрите еще раз видео, как понять то, что ваше. И делайте сейчас, сегодня, то, что ваше. С вами была Светлана Дильман. Увидимся в следующем эпизоде. Пока!